Так, привет, братья и сестры. Сегодня попытаюсь взять в аренду самокат, попробовать, как это все работает. Ни разу не брал и заодно покажу вам. Вот у нас тут на Пушкинской стоят самокаты. Вот здесь также есть такой стенд, и на нем написано, что для начала поездки установите приложение с сайта самокат.нет. Качаем приложение. Ну, я нашел его сразу в Play Market, самокат Sharing. Нажимаю установить. Так, требуется включить GPS-локацию. Так, вот так выглядит главная страница. Что здесь? Сразу есть кнопка «Взять самокат». Нажимаем на эту кнопку. Нужно отсканировать QR-код. Разрешаем. Так, вот этот получается самокат. Вот этот самокат, он не относится к этой станции. Получается, вот, вот этот самокат, скорее всего, надо сканировать. Короче, не сканируется ни один самокат с этой стойки, вот если скачать приложение. Я попробовал другой вариант. Здесь вот на самом самокате написано «Арендуй самокат приложение U-Rent». Он маленько отличается по цвету от других. Вот, скорее всего, вот это приложение нашел в Play Market, устанавливаю его теперь. Возможно, это приложение заработает и, ну, и совпадет QR-код. Ни на одном самокате не совпадает QR-код, я не знаю. Вот. Такие трудности. Все, я разобрался. Получается, это самокат одной службы проката, а вот это самокат желтый, это другой. Здесь вот такое приложение, хост. А вот этот стенд, он вообще пустой получается. Здесь самокаты этой компании еще не выставлены. То есть три компании в одной точке стоят. Вот как тут с первого раза разобраться? Все, скачал приложение U-Rent. Приложение для поминутной аренды самокатов и велосипедов. Велосипедов тут нету. Также надо дать доступ, ввести номер телефона для подтверждения. Так, необходимо привязать карту. Без нее самокат не поедет. Банковскую карту хотят сначала. Так, у меня сразу почему-то списывается 15 рублей. С моей банковской карты списываются суммы. Все, карта добавилась у меня. Получается, вот здесь мое местоположение и рядом самокаты. И, видимо, вот это зелененькое, это уровень заряда батареи. Так, тут пишет уведомление, что будет снижена скорость до 15 км в час. Хорошо. Так, нажимаю кнопку вот эту вот. Теперь сканирую вот этот самокат. Так, есть два варианта аренды. Поминутный 30 рублей плюс 3 рубля минута. И пока не сядет батарея. Хватит на 15 километров. 300 рублей. Получается, вот тариф по минуту. 30 рублей за старт, далее 3 рубля минута. При старте мы зарезервируем 300 рублей, это залог. Когда вы закончите поездку, спишется сумма, на которую вы наездили. Еще спишется 35 рублей за расширенную страховку вашего здоровья и ответственности. Какой-то грабеж прям вообще на ровном месте. Еще не поехал, а уже там страховки всякие. Залоги 300 рублей, за старт 30 рублей. В общем, вы поняли, да, что нужно сделать. Ехать я уже не поеду, потому что мне это, во-первых, не нужно, а во-вторых, меня жаба давит. Я попробую потом другое приложение скачать и попробовать аренду других самокатов для курьерской работы. Я хочу один день с курьером поработать на самокате. Вот, такие вот были сегодня новости. Сейчас поеду работать с курьером смену на авто. С автокурьером Delivery Club. Ну, соответственно, тоже, скорее всего, видео запишу, если все удастся.
и выложу на канале. Подписывайся. Здесь я рассказываю о курьерской работе и вот о всякой такой ерунде, типа аренды самоката. Пока, друзья. До новых встреч.